Ну что, есть в Тесле какие-нибудь прикольные фишки? Слушай, ну вот очередной раз, осматривая Теслу, я убеждаюсь, что Илон Маск, он в душе просто подросток какой-то, максимум старших классов, потому что вот как раз он, наверное, из тех, кто пишет «я бы вдул лисе», потому что вот смотри, здесь, например, звук сигнала можно заменить звуком, извините, пуков. Где тут фарт был, вот. Вот, и то есть вы нажимаете на сигнал. Это просто номер. Да. А можно вообще заменить. То есть у нас после бибики было, а можно вообще сделать вот так. Это ваш сигнал теперь, понимаете, в чем дело? Ну это же просто безумие какое-то. Это прикольно? Ну это ржачно. Мало кто знает, но Honda единственная марка машин в мире, которая уже предусмотрела специальное отверстие, чтобы удобно было наматывать изоленту на замок капота, чтобы капот не гремел. Honda делает вещи. Пошел нахуй! Заебали, блядь! Да пошел ты нахуй, ёбище! Весь переходный пи***! Здорово, Володь! Здорово! Чё делаешь? Слушай, да, спортивный глушитель себе смотрю на тачку. И чё, почём? Слушай, очень дорого, 76 тысяч. Не знаю, как сделать дешево. Блин, ну есть дедовский способ. Погнали, что надо делать? Пошли в магазин. А чё, одна луковица, что ли? Да ты возьми, заткни глушитель, заведи, погазуй, он лопнет. И сразу станет спортивным. Чё, реально? Вот так, что ли? Заводи. Ну и чё, ни хрена не поменялось. А ты погазуй, погазуй. Сильней! Чё произошло? Я чуть штаны не насрал. Реально. Если ваш брелок сел и не срабатывает, не спешите выбрасывать батарейку, так как можно ее еще реанимировать. Открываем крышку, достаем батареечку. Ну а дальше нам нужно прибегнуть к грубой физической силе. А вот, к примеру, об трубу помять ее. Ну или вот так. Немного помялось и повредилось, но это не беда. Вставляем в наш брелок.